Добрый день, дорогие друзья! С нами уже Silver League. Команда Сызрани сыграет против своих оппонентов. Сейчас я уточню по составу команд. Команда Сызрани играет в синих футболках. Прошу прощения, в белых. Команда Сызрани играет и в синих футболках у нас. Сейчас посмотрю по эмблеме клуба. Давайте по ходу матча сейчас будем определять. Сейчас мне информацию дошлют. И с мячом пока футболисты Сызрани, выходят они из обороны, но здесь при выходе Брак перехватывают команда синих мяч и не удается пробраться сквозь редуты обороны футбольного клуба Сызрани и ошибка. Передача на фланг, мяч уходит за боковую, футболисты Сызрани будут вводить мяч в игру. В синей форме команда «Строитель». По составам команд чуточку позже я вам озвучу, дорогие друзья. Футболисты Сызрани выходят из обороны, но снова футболисты «Строителя» не дают этого сделать, перехватывают мяч и выходят в свою атаку, но упускает мяч за боковую, но мяч будет снова у команды «Строитель». Вводит его из-за боковой, борьба, и рефери матча показывает отворот. И футболисты Сызрани снова переходят в свою атаку. По крайней мере, пытаются это сделать, но мяч уходит за боковую. Останется под владением уже команды «Строитель». «Строитель» строит свою атаку, но упустил мяч за боковую. И команда Сызрани будет вводить мяч из-за боковой. Вставляет Микрюков мяч Захарову. Захаров вперед на партнера своего по команде. Хорошо здесь ухотел уйти во фланг, но защитник «Строителя» грамотно подставил корпус и мяч в итоге забрал. А вот здесь в центре защиты ненужная совсем обводка от игрока «Строителя». Но вот сейчас хорошо выбирается на оперативный простор нападающий. Но здесь его вдвоем защитники Сызрани съели. И теперь уже они переходят в свое быстрое наступление по левому флангу. Будет сейчас мяч из-за боковой вводиться. Серия единоборств. И с мячом в итоге футболисты «Строителя». Но защитник Сызрани выбивает мяч в аут, чтобы не получилось у оппонентов атаки на скорости. Потому что пока вполне равная игра. Друг с другом команды знакомятся, так сказать. Теперь «Строитель» выходит
свою позиционную атаку, используют всю ширину поля, вытягивают оппонентов на свою половину, и неточный пас следует. И теперь уже команда Сызрани начинает свою атаку от голкипера направо. Здесь неточно, и снова строитель мяч перехватывает. Остается мяч у футболиста-строителя, должен догнать его нападающий, и не смог, к сожалению, выдать точную передачу. И ваут выбивает Захаров мяч. Снова команда-строитель будет вводить мяч из-за боковой. Территориальное преимущество пока на стороне синих. Хорошо, здесь на правый фланг совсем пустой он. Переходят футболисты-строители в атаку. Передача в центр под удар, но накрывает здесь центральный защитник команды Сызрани. Теперь уже атака Сызрани, и открывается счет 1-0. Гости из Сызрани открывают счет в сегодняшнем матче. Пропустили футболисты-строители стремительную контратаку, и начинают они с центра поля. Сменку произвели футболисты Сызрани. Снова футболисты Сызрани вперед идут. Борьба на фланге, и в итоге победителем из нее выходит, казалось бы, защитник строителя, но упускает мяч за боковую, и аут в пользу команды Сызрань. Заступил здесь за боковую линию, попросил рефери вернуться игрока за пределы поля. Вот снова опасная атака у ворот строителя. Не могут мяч вынести, и добирается-таки мяч до голкипера. Немножко успокаивает он игру. И готовится у нас снова атака футболистов Сызрани. Удар, но мяч в руках голкипера. Отворот выносит мяч. Здесь нападающий у строителя за него цепляется. И аут зарабатывает для своей команды. Можно в центр попробовать кинуть, но здесь перехват с мячом футболиста-строителя. Удар головой, но заблокировал, по-моему, его защитник. Да, показывает, что сам защитник показал, что задел мяча. И рефери указывает на угловой. Команда-строитель готовится подавать. Следует навесная передача во вратарскую, но справились футболисты Сызрани. Гайзетдинов с мячом футболисты строителя. А здесь опасная игра и нарушение правил. Тихонов нарушил. И футболисты Сызрани готовятся вести мяч ударом со штрафного. Через оборону играют. С мячом 12 номер. Хорошо на фланг. Но после следует неточная передача, и с мячом уже будут футболисты строителя. Пока после забитого мяча у футболистов Сызрани не было больше опасных моментов, ну, по крайней мере, я их не наблюдал. И игра сместилась немножко в такую более область борьбы. Начинают футболисты Сызрани очередную свою атаку. Но оборонительные редуты строителя выстроены довольно знатно. С мячом футболисты строителя хорошо они взаимодействуют друг с другом, используют всю ширину поля. Thank you.
и готовятся футболисты Сызрани к своей атаке. Готовится от угла поля подать футболисты Сызрани. И сейчас можно убежать. Контратаку. Здесь вратарь выходит и разряжает обстановку, дабы не получилось быстрого выхода у команды строителей. И от ворот будет вводить мяч в игру голкипер. Нет, защитник строителей будет это делать. Хорошо вводит, но не удалось нападающему за мяч зацепиться. Запуская такую свечу голкипер Сызрани. И мяч, нет, не уходит за боковую. Сохранил его футболист строителя. И все-таки аут. Упускает по итогу мяч. Но с мячом будут футболисты строителя. А здесь может нападающий зацепиться, но нет, защитники здесь оказались на высоте, на противоположном фланге встретились защитник строителя и защитник Сызрани. И защитник Сызрани оказался победителем. Футболисты Сызрани снова с мячом. Небольшое преимущество, на мой взгляд, у этой команды сейчас. Не дают они строителю создавать вообще никаких моментов. Вот только Газединов опасно с углового подавал. И продолжает строитель Бобровки продвигаться вперед. Строитель переходит в свою атаку. Ну, здесь встретились две семерки. Симуляция тоже раздает. В итоге мяч таки остается у футболистов строителя, но нет. Подчищает здесь защитник Сызрани. И будет вот мяча из-за боковой. Опасно здесь. Защитник строителя мог пропустить атаку, но нет. Снова с мячом футболисты строителя. На подходе к штрафной. В штрафной никого абсолютно нет. Отлично, здесь на фланг передача. Можно делать навес. Хотел на замахе убрать своего оппонента, но справились футболисты Сызрани. И будет сейчас угловой подавать строитель. Отличный навес. Снова в вратарскую. И снова вратарь этот навес прерывает. А здесь Сызрань может выбежать в контратаку. И уже голкипер строителя выбивает мяч в аут, дабы не обострять ситуацию. Позиционно атакуют футболисты Сызрани. Центральный защитник с мячом. Дает на фланг. И здесь футболисты строителя обокрали Сызрани. Вперед идут уже они, но нет, не точно. Снова с мячом футболисты Сызрани уже. Обыгрывают здесь хорошо на фланге седьмой номер. Уходит в прорыв. Отличная передача, но замкнуть было некому, к сожалению. И упускает десятый номер мяч за боковую. Строитель начинает теперь свою атаку. И ваут, мяч уходит. Останется мяч у строителя. Продвигаются так по лицевой линии футболисты вперед. И готовятся из-за боковой вести мяч футболисты строителя. Есть открытые партнеры. Но Сарваров не точно передачу отдает. И снова аут. Но только уже в сторону ворот футбольного клуба «Строитель».
готовится 99 номер Сызрани ввести мяч в игру. Отыгрался с партнером, но не удалось сделать акцентированную подачу, но мяч срезался при помощи футболиста-строителя и будет угловой. Готовится 99 номер подавать. Отличная подача, удар головой и тащит. Голкипер строителя, хороший момент. И защита строителя пропустила этот выпад нападающего со второго этажа. А свою атаку строитель, к сожалению, построить не смог. И снова мяч у футболистов в Сызрани. Проходил вперед 99 номер футбольного клуба Сызрань, но не удалось пройти. И готовится удар от ворот, по-моему, сделать футболисты строителя. И защитник вынести в аут. Захаров это был. Крюков вот подсказывает, что можно было попробовать остановить, но решил попроще сыграть Захаров. С мячом снова футболисты строителя, но вот после ошибки мяч достается футболистам Сызрани. Снова серия ошибок. В итоге с мячом снова строитель. Перехват от 99 номера. 10, по-моему, удар по ногам сзади был, но нет. Все в рамках правил. Здесь нападающий мог обократь у строителя защитника в Сызрани, но не повезло ему немножко. Готовится. Футболисты-строители выйти в атаку, но нет, прерывает эту попытку защитники Сызрани, и мяч у вратаря строителя будет сейчас выносить он его вперед в сторону своего нападающего, который в целом-то может, наверное, зацепиться, но здесь корпус хорошо ставит защитник, и удар от ворот. До конца здесь Захаров доиграл и не дал Тихонову мяч сохранить для своей команды. Снова с мячом. Отлично. Здесь передача могла быть, но прервали ее, казалось бы, футболисты-строители. Ну и вот уже мяч они тоже потеряли. Снова у футболистов Сызрани он. И уходит теперь уже снаряд за боковую. Нет, за лицевую линию. Будет удар от ворот. Строитель производить. Защитник мяч вперед, не точно, и с мячом футболисты Сызрани, ну, здесь отлично подчищает защитник строителя, выносит мяч за лицевую линию, за боковую, прошу прощения, и аут футболиста Сызрани будут вводить. Здесь хорошо борются футболисты строителя, выходят они в свою атаку, можно продолжить на фланг, что и делает нападающий у строителя. Прервали этот пас. С мячом голкипер Сызрани. С мячом футболиста строителя. Начинают они свою позиционную атаку. Хорошо здесь в стеночку отыгрались. Не упустил мяч за боковую. Нет, упустил все-таки, да.
на нашем поле. Это был свисток от Ивана Киселева. Кстати, не представил арбитра. Главный арбитр матча — Киселев Иван. Комментирую для вас я, Гайнудинов Тимур. И отправляет команды на перерыв. И возвращаемся мы с вами снова на поле номер один. Матч команды «Строитель» и футбольного клуба «Сызрань». «Сызрань» в атаке. Но здесь отлично. В обороне действуют футболисты «Строители». И готовится мяч из боковой вести. Второй номер. Ищет он своих партнеров. На нападающего вводит, но того оттесняют футболисты «Сызрани». И голкипер неточную передачу делает на защитника. И готовится их за боковой уже вести футболисты «Строители». Нужно им, конечно, сравнивать счет. Если они рассчитывают на высокие места, напоминаю, у нас сейчас полуфиналы проходят. Это конкретно Silver Лига. И пока снаряд у нас находится за пределами поля, сейчас его вернут футболисты «Сызрани», и будет удар от ворот. Нет, аут показывает рефери. Аут надо вводить. По-моему, неправильно скинул, но рефери этого не заметил. Молодец, Кирюха, молодец, молодец. Опасно здесь выбегал защитник «Строителей», и мяч в итоге пропустил, но 17-й номер «Сызрани» не смог убежать на рандеву с голкипером. И свою атаку начинают футболисты «Строителей». Можно здесь перевести направо. Ну и через голкипера в итоге играет. Хорошо здесь на замахе обыгрывает своего оппонента. А здесь не точно. И счет становится 2-0. Досадную ошибку совершил второй номер команды «Строитель». И счет у нас становится 2-0 в пользу футболистов из «Сызрани». И второй номер сразу пошел поменяться. Либо устал, либо просто наелся, потому что «Сызрань» не дает совсем прохлаждаться футболист. А вот здесь отлично нападающий «Строителя» прорывается к воротам. Троих обыграл он. И в итоге угловой заработал для своей команды. Ну что ж, второй гол немножко стрепенул футболиста «Строителя». Надо им теперь забивать два мяча, чтобы сравнять счет. И ударом от угла поля начинает снова игру. Возобновляют футболисты «Строителя». Через центрального защитника можно здесь попробовать пробить, но нет. Следует передача вправо. Здесь по флангу хотел на скорости обойти своего оппонента, но не удалось. Но в итоге борьбу выигрывают футболисты «Строителя». Но следует после неточной передачи. И теперь уже в быструю атаку уходят футболисты «Сызрани». Но здесь голкипер страхует. Готовятся футболисты «Сызрани» вести мяч из-за боковой. Хорошо здесь на своего нападающего вводят, но футболисты «Строители» эту опасность миновали. С мячом вратарь футбольного клуба «Сызрань» вводит мяч в игру. Центральный защитник «Строителя» с мячом. Сафин. Шигин у него в подкате мяч, казалось бы, отобрал, но не удалось. И Мангулов через центр. Хорошая по задумке скидочка от Гатаулина следовала, но ее прервали футболисты «Сызрани». Готовится «Сызрань» вести свою атаку. Можно здесь на седьмого номера передачу. И, казалось бы, поставил корпус, но мяч для себя он не сохранил.
А здесь, казалось бы, лежа играл, но нет. В момент, когда Шигин вставал, он уже не находился лежа, поэтому не свистнул рефери. Здесь Шигин Сафина оттесняет. Хорошую борьбу показывают ребята. И отличный удар, но мимо ворот. Отличную борьбу парни показывают, несмотря на их малый возраст. Борются по-взрослому они. И футболисты-строители готовятся ввести, начать свою атаку. Следует проход по левому флангу. Скидка в центр, удар, и доходит мяч до голкипера. Забирает он его в свои перчатки и начинает атаку футбольного клуба «Сызрань». Здесь перехват через центр выносит защитник, что, конечно, лучше не делать. И вот здесь так разряжает обстановку десятый номер команды «Сызрань» и выбивает мяч в аут. Строитель вводит мяч из-за боковой. Рефери показывает, чтобы вышел за поле игрок. Здесь в подкате хорошо мяч сохранил в поле нападающие строители, но оттеснили футболисты Сызрани своих оппонентов и уже через своего голкипера начинают атаку. Строитель, хорошая передача, но вдвоем здесь встречали нападающего строителя, а тот уже нарушает правила в центре поля. Нельзя ему было пропускать дальше футболиста Сызрани. Здесь выбирают футболисты Сызрани, кто из них будет бить. В итоге бьет Шигин. Удар, и кладет прям в 9 Шигин. Не зря он отвоевал право пробить у 10 номера. И строитель у нас пропускает, к сожалению, третий мяч от гостей из города Сызрань. И снова будут они разводить с центра поля. Хороший штрафной Шигин продемонстрировал нам. А строителю нужно хотя бы гол престижа забить. Моменты у них, конечно, были, но голевых, честно говоря, я не припомню. Были только опасные подходы. Аут будет вводить в игру мяч футболисты Сызрани. 16 номер оставляет это право для 12-го. Гатаулин хорошо здесь головой на своего нападающего, но оттеснили оборонцы Сызрани его. И голкипер Сызрани начинает атаку. Выходит через центр футболисты Сызрани. На фланг следует передача. Можно продолжать. Отлично взаимодействует. Скидка в центр, но на мяче споткнулся 99 номер, к сожалению. И его почти обокрали. Но мяч за собой Сызрань сохраняет. Удар. Рядом со штангой мяч проходит. И готовится голкипер строителя вести мяч в игру. Защитник строителя мяч выносит. Цепляется здесь нападающий, но того накрывают. И снова мяч доходит до голкипера футбольного клуба «Сызрань». Сызрань здесь на мяче поскользнулся. Нет, рефери свистнул до этого. Было нарушение правил. И футболисты «Сызрани» снова переходит в свою атаку. Сафин здесь подчищает. Ваш мяч, что вы зрите? Да. Конечно, не можешь. Нет, как? И готовится строитель вести мяч из-за боковой. Юмангулов это делает. Здесь неточный вброс следует. Сейв голкипера.
Не было никого. У футболистов Сызрани на дальний. И поэтому мяч ушел на угловой. Готовится футболисты Сызрани к подаче. Отличная подача. Но здесь снова через голкипер. Является таким либеро, что ли, как последним защитником играет, а ворота оставляет он пустые, потому что к его воротам. Сейчас, я думаю, Киселев Иван встречу остановит, да, забрали мяч футболисты Сызрани к себе и останавливают встречу, получил удар по лицу, я в динамике немножко не заметил, но, по-моему, локтем там немножко прилетело 15-му номеру, и ничего страшного, я думаю, всякое бывает, нужно, конечно, вставать, продолжать игру, пожелаем ему только здоровья. И мяч. Рефери матч оставляет игрокам Сызрани. Удар. И ошибается голкипер футбольного клуба «Строитель». По-моему, это Зуев на воротах стоит. И не понимает Юмангулов, как так можно было пропустить. Нет, Гатаулин это был, 10-й номер команды «Строитель». 4-0 у нас. Юмангулов с мячом, но тот не дает обыграть себя. 13-й номер Сызрани. И аут в пользу футболистов «Строителя». Юмангулов из-за боковой. Ищет, куда вбросить. И... еще один аут. Футболисты «Строителя» готовятся ввести мяч в игру. Перехват от футболистов Сызрани. Хорошее подступление. И делает счет 5-0 футболисты Сызрани. К сожалению, игра у нас идет в одни ворота. И готовится в очередной раз футболисты «Строителя» начать с центра поля. Сафин с мячом. На левый фланг. Только в обороне владеют мячом футболисты «Строителя», по крайней мере, во втором тайме. А здесь хорошо на Юмангулова прошла передача. Удар. Но здесь вдвоем бросаются защитники Сызрани на нападающего «Строителя» и не дают ему пробить. Накрывают они его удар, а после накрывают прострел Юмангулова и уходят они в свою атаку, но не точно. Передача следует. Перехватывает нападающий «Строителя» мяч, но прямо в руки голкиперу Сызрани его посылает. И начинают футболисты Сызрани уже. Хорошо здесь по бровке взаимодействуют футболисты, мяч в центре. И еще один момент имеет 21 номер. Только что он забил. А сейчас Сафин не дал ему этого сделать. Поборолся, и мяч дошел в итоге до голкипера. Готовится вести мяч в игру на своего нападающего. Тот сбрасывает на Гатаулина. Гатаулин с мячом обыгрывает Шигина. Дальше на своего нападающего. Но разряжают защитники Сызрани обстановку. Ходит за лицо. Будет удар от ворот. Готовится голкипер «Строителя» ударом от ворот. Будет владел защитник. Все. Шигин тут мяч. Съедают того
футболист из Сызрани и из будут водить, по-моему, белые. Показывает рефери. И Юмангулов готовится вбрасывать мяч из-за боковой. Ну, съедает в итоге. Выход из обороны футболиста Сызрани. И здесь Никитин хорошо борется. В итоге мяч остается у футболистов Сызрани. Идут они в свою атаку, но нет. Был штрафной. Сфалили футболисты строителя. И Шигин готовится. Еще один штрафной пробивать. Гол. Он сегодня со штрафной. Посмотрим, что же будет сейчас. Удар в дальнюю, но не точно. Такой полуудар, полупрострел от Шигина. Но никто до мяча не добрал. К сожалению. У нас также остается 5-0. Попробовали через ближнего разыграть футболисты-строителей. В принципе, могло получиться, но на Юмангулова дальше не прошла эта передача. Здесь нападающий у строителя вернулся, отработал. И аут в пользу синих. Задел мяч Никитина. Юмангулов готовится ввести мяч из-за боковой. На Гатаулина, но того съедают. Снова футболисты строителя выходят в свою атаку. Но создают они небольшие угрозы для голкипера. Но пока со всем этим справляются. Счет у нас 5-0. Подходит постепенно встреча у нас к концу. Совсем немного времени уже остается. С мячом футболисты Сызрани. Следует заброс вперед. Ну нет, здесь Гатаулин первый. Дает на своего нападающего. А здесь Шигин дорабатывает в защите. Сафин против Никитина. Через пас на Юмангулова выходит Сафин. Гатаулин снова на Юмангулова. Юмангулов по флангу пошел. Но здесь Шигин в подкате отлично стелится и выбивает мяч в аут. Попроще сыграл, дабы не обрезать. Считаю, все правильно сделал. И Юмангулов снова из-за бока. На Гатаулина. Гатаулин протыкает мяч в сторону ворот, но не точно. Снова через голкипера. Сафин уже не успеет. Ушел. Из боковой готовится вести мяч у футболиста Сызрани. Не точно принимает Никитин. С мячом в итоге Сафин. Через центр. Гатаулина здесь вдвоем съедают. И Никитин не реализовывает свой момент. Спасает голкипер строителя. И готовится из-за боковой вести мяч в игру. Снова мяч доходит до голкипера Сызрани, тот его выносит вперед, а здесь Никитин может побороться, но нет. Оборона строителя в этот раз сбой не дала. Он здесь в итоге перехватывает мяч нападающего Сызрани и делает счет 6-0 Никитин в итоге. Не удается футболистам строители, к сожалению, в этом матче совсем ничего. И в одну калитку эта встреча, конечно, прошла. Гости из Сызрани одолели футбольный клуб «Строитель». Пока лишь непонятно, с каким счетом это будет и забьют ли гол престижа футболисты «Строителя». Хорошо здесь на Юмангулова протыкает мяч Гатаулин. И Гатаулин бьет, но в
полуметре от штанги мяч проходит и готовится вести мяч ударом от ворот. Футболисты Сызрани. По ногам получается. И заканчивается у нас встреча. Победа. Футболистам строителей побольше тренироваться, побольше взаимодействовать и что-то нужно более толковое придумывать нападение.